ты тоже стала что-то мало делать, кстати, там видео. Да, она. И вот когда я сняла дуэт, почему я успокоилась? Раньше я все-таки думала, что почему такая несправедливость. А потом я вот успокоилась, потому что когда я сняла дуэт, если посмотреть мои комментарии под этим дуэтом с Настей Кош, то там тоже, ну, хейта хватает. Люди хейтят всех. Тань, вот тебе тоже пишут всякую ерунду. А вот ты просто почитай, что под этим дуэтом пишут. Просто почитай. И ты поймешь, что здесь дело не в этом, а просто вот людям лишь бы вот кому как все равно. О, Кость, ну не знаю, многие делают дуэты ради хайпа, вот, ну сейчас раньше, но сейчас уже на мне это не похайпанешь. Я сама ищу на ком хайпануть. Времена прошли, времена пошли. Я помню, когда, значит, у меня было там где-то 600 подписчиков, и кто-то хайповал, у кого был миллионники. Ну, для меня были, блин, миллионники. Ну, это вообще там недостижимая какая-то крышка просто. Ну, это крышка. С хейтерами, да, встречалась, был случай. Расскажу сейчас. И вот избилась, короче, что я хотела рассказать. Азер, спасибо, спасибо. Хайпа, да. И вот многие снимали, я такая еще думаю, вот миллионники снимаются, вот, ну. Сейчас у меня уже почти 800. Актив у меня тоже небольшой. Но я все-таки стараюсь не хайповать, не снимать видео на хайпе. То есть там, ну, как бы, не пользоваться этими приемами, а все-таки пытаться самой раскрутить это видео. Ну, постараться снять хорошее видео. Малейкум ассалам, привет. Ну, Костя, очень впечатлительный, поэтому я ничему не удивляюсь тебе. Я вот тогда вообще ничего не говорила, ты везде заблокировал просто так с фига, потому что у тебя настроения не было. Так что давай не будем вот уж говорить о том, о сём. Но ты всегда возвращаешься. Такой, как блудный сын. Блудный сын. Вот. И, значит, по поводу хейтеров. Я помню вопрос, что задавала девочка. Спасибо за огоньки. Да, я видела, я ходила здесь вот за табачкой, потому что я сигареты не курю. Спасибо, Азер, спасибо. Я сигареты не курю, но я курю кальян. И вот для меня это целый процесс, вот там забивать его, в общем, фольга, угли ставить, пока они раскочегарятся, воду менять, шланги промывать. У меня мухи, Таня, представляешь, вот кому расскажешь, не поверят. У меня поселились мухи уже давно, Костя знает. У меня вот, да, я вот, их причем, их вроде рейдом пофигачишь, они падают автоматом. Такие раз, летели, летели, упали, ты их тапком прибил, вроде в толчок спустил. Бац, через 3 дня опять они, ну только уже маленькие, летают. Ну, кальян. Вообще в нашей жизни все вредно. Дышать вредно, у нас сейчас воздух плохой. А это продукты из ГМО. В общем, ну, все вредно.
Мы все равно все до 100 лет вряд ли доживем. Ну, может быть, и доживем. Дай бог, я всем желаю только удачи и как здоровья крепкого. А воздух? А сколько вот сейчас новых появляется всяких заболеваний и так далее? Кальян, он, в принципе, не, если говорить по поводу сигарет, там нет смолы. И что у нас на легких оседает? Почему у нас у курильщиков черные легкие? Это смола. Вот. Что-то у меня сегодня какие-то лекции, просто тема лекции какая-то. Как будто на кафедре сижу. Ну, давайте. Вы у меня что-нибудь поспрашивать. Всем привет, привет, привет. Ну, просто я могу долго рассказывать на эти темы. Вот этот сам процесс... Конечно, читаю, Танюш, читаю все. Сам процесс кальяна, он же... Почему вода? Это как бы чистится, как фильтр. А что день грядущий тебе готовит? И, Костя, я не знаю даже. У меня сегодня почему-то правая рука чесалась. Не знаешь, к чему? Вообще деньгам отдавать. Мелкая, спасибо за фотики, спасибо. А что тебя ждет? Ну, вот это я не знаю. Ну, я желаю тебе хорошего сегодня дня. По-любому. Сегодня вот, правда, уже не пятница, а развратница, но все же суббота. Мелкая, спасибо за старт. Спасибо. Спасибо. Я думала, буду... Шаббат у евреев, а мне чего? Пусть ходит в костюмчике. Пусть 26 тысяч подписчиков ищет. Костя, я так посмотрела, сейчас так модно сидеть. Вот как они проводили оператор, как это сказать, программу. В общем, у них же все запланировано, это было правильно. И, в общем, план действий какой? Как ты помнишь, когда у нее берут интервью у Гомплена, она сидит вот так, нога вот так. Вот так, оказывается, сидят в медучреждениях. Я просто не знала. Ну, как бы, да. Теперь буду знать. Теперь, когда заходишь куда-нибудь в медицинский центр, вот так вот садишься. Ну, что там? Шахерман, иди сюда. Давай семечек мне добавь. Олег, чай неси. Вот так. А, нет. Олег, давай мне фото-селфи делай. Просто я хочу сказать, что я смотрела эту сторис и была в шоке. Тань, да. Да пусть смотрит, ради бога, я тебя целую. Но только в щечку. А вот, пусть смотрит. Здоровье тебе, чтоб кашель прошел. Люблю, целую, обнимаю. Лучший мой друг. А вот, и я что хочу... Мерлин, да, нет. А у меня сегодня вот такая увеселительная программа. И когда, Костя, я взглянула, я просто... Представляешь, оператор сидит, там целый... Ну, там врачи, столько народу, короче, ее спрашивают. Как же вы победили в этом конкурсе?
А кто такой Мерман? Я даже не знаю. Да, не знаю, кто ты скажешь. Вот так сидит, кожаный диван черный. Костя, слушаешь меня или кому рассказываю? Короче, кожаный диван. А, Мэри. Вот так сидит. Ну, тут доктора все в костюмах. Костя, я когда взглянула, мне стало плохо. Когда мне написал оператор, конечно, я, естественно, просто у меня были одни эмоции, и мне вот эти эмоции просто они сами выходили изо рта, вот так. Да. В общем, сейчас модно вот так сидеть. Все, я так буду сидеть, короче. Чувствую, у меня и бобы так потянутся, и фарт пойдет по жизни. Еще зубочистку надо, и все. И золотые купола. Ушаночку поглубже натяну. Его в кадре не было, но кого? Ты имеешь в виду оператора в кадре не было. Но на видео были уже врачи. Грибника не было в кадре. Грибник, наверное, костюм примерял, какой лучше костюм одеть. Чтобы сказать, рубашечка сидела. Не пригласили. Да нет, просто он, наверное, так долго выглаживал давно заброшенный этот пиджачок. Он у него уже давнишний. А вот. А может, химчистка? Возможно, возможно, Кость. Ну, знаешь, как говорят, что стар, что мал. О, не хочу никого обидеть. Нет, 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 нет. Ой. Танюш, не знаю, сегодня какая-то юмористическая у нас программа. Мерлин, спасибо за поцелуйчик. Спасибо, зайка, спасибо. О, у меня даже, видишь, сердечко само выплывает. Я даже не делала, оно раз. Вот. Костя, ну ты посиди еще, посмейся со мной, позитива набейся. Сейчас ты, если целый час будешь дома в квартире сидеть на свои вязаные носки смотреть. Да где я отдохнула? Я, короче, хотела трансляцию провести. Пофоткалась, в общем, новую фотку в Инстаграме выложила. Думаю, ну сейчас прилягу вот на этом диване, просто вот фильм посмотрю. И не фильм 10 минут. Я уже одела кенгуруми и думала, что сейчас буду вести трансляцию. И прилегла, и все. И меня просто отрубило. Просто вырубило. Я просыпаюсь, и уже там уже четвертый час. Ой, Дима, привет с возвращением. А у нас тут, знаешь, какие только темы не были. Ты ушел, а мы тут уже все, все обсудили, что могли. Ну, конечно, не все. О, собачка, вот, ну куда же он? Что такое? Что, Дима? Мы зато тут поговорили уже и о том, о трендах, как надо себя вести, о манерах, о том. О, ну молодец, Кость. Ты как? Давай как Наполеон, все делай сразу. О, не Наполеон, вот этот. Помнишь, мы с тобой смеялись, Наполеон. Цезарь, как Юлий Цезарь. Мелкая, спасибо за лавхард. Спасибо, спасибо. Кость, ну ты знаешь, зато когда его пригласили на последнюю, я так понимаю, встречу и съемку программы, он был очень счастливый в костюме. Вот, в пиджаке. Блистал везде, просто везде. И в центре кадра со всеми врачами. Просто в
центральное это, центр этого. Наруто, привет! Привет! Он же кольцевой, короче, самый старший, центровой. Тебе не хухры-мухры. А, ты имеешь в виду быть в центре несколько причин? Например, мелкое спасибо за огоньки. А, так, мечта, конечно, есть. И не одна. Ангелин, привет, 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 привет. О, Мэрилин, спасибо. А, ты имеешь в виду топ-3, какие мечты? Ну, самое главное, наверное, из них, первое, что входит на первую ступень, это все-таки, наверное, здоровье. Потому что что? На деньги чего не купишь? Здоровье. Сколько бы у тебя денег не было, здоровье ты не купишь. Поэтому здоровье надо с молодости хранить, сохранять, вот. Не всегда получается, некоторые, у некоторых просто бывает, что уже родились какими-то там. А, мечта быть здоровой, да. Вторая мечта – это найти, наконец-то, своего краша. Крашей много, но найти именно того краша, который я хочу. Крашей много, чтобы ты понимал. Да, ну, такового краша, вот которого я хочу. В смысле мой краш? Ты хочешь сказать, что я третья должна сказать, кто мой краш? Дим. Ну, спасибо хоть на этом. А, спасибо, Танюш. Спасибки. Никак я не вижу твои. Ты что-то тоже редко ведешь трансляции. А, третья. Третья. Это, наверное... Я 3 года назад, вот у меня совсем другая была жизнь. Костя знает, я ему рассказывала. И она в один момент сорвалась вся, и восстановиться я не могу. Я имею в виду, это не здоровье, не-не-не-не, это в рабочей сфере связано. И вот 3 года, к сожалению, я уже вот как 3 года, потеряно все у меня, и восстановиться не могу. И вот я на таком, как сказать, на домашнем... Поэтому я вот с вами. Так, так, вот так, да. Все случится. Теряйтесь, мне это неинтересно, это понятно. Сбор слов каких-то, Ирин. Проще нажать крестик и умнее будешь. Нет, почему? Ну, я могу, в принципе, рассказать в 2 словах, чтобы понимали, о чем... в смысле, неинтересно, нифига себе. Я сегодня вам столько тем разных рассказала. Такие дискуссии здесь с вами вела, значит, неинтересные. И, короче... 3 года назад у меня было в аренде, я даже оформила на себя ИП, у меня было заведение, клуб,
И, ой, спасибо, спасибо. Кто это мне? Голд. Спасибо, 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 спасибо. Спасибо. Сейчас стеночку сделаю. У меня было свое заведение. А, там и как бы 50, а получается сколько там? 50 квадратов. Ну, небольшое, но для нас...